О, боже мой, я сейчас пухну. Извините. Я пухну. Ха-ай, только проснулся. Дай Богданчику поиграть. Ты что, дурак, что ли? Вообще дурной дурак. Да ну нахуй, блядь! Нихуя тебе, блядь! Господи, боже, меня Бог услышал, блин, не зря молился, блин, к туалете, блин. Спасибо тебе большое, братишка, господи, спаси, сохраните его веку, блин. Спасибо тебе, Моргенштерн, блин. Это Моргенштерн пришел, да. Это Моргенштерн мой пришел, блин. Да, да, да. Это Моргенштерн, 100%, блин. Да, да, это он, блин, пришел. Да, у меня говорит, что придет Моргенштерн, блин. Это Моргенштерн, да. Да, 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 это он. Это Моргенштерн пришел, настоящий, да. Привет, братан, привет. Ну что там у тебя, братишка, как там это у тебя сейчас дела, блин? Рад, что ты переехал сейчас из Дубая уже на постоянку в Америку. Добро пожаловать, бро. Боданчик, смотри сейчас. Привет, я Богдан, мне Бог сюда послал, не просто так, чтобы я с вами болтал, а просто, чтобы я был с вами, потому что, когда я рядом, я несу добро и тепло для каждого из вас. Это Богдан, привет. Ну что, мы будем сейчас играть в компьютерные игры, всякие разные. Я покажу, как я хорошо играю. Мне 13 лет, я очень хорошо играю в компьютерные игры, я хотел бы показать вам, насколько я крутой в них. Все, всем привет, я новый стример Ютуба, Богдан Богом данный, то есть посланный Богом, спущен на землю самим Иисусом. Привет всем от Иисуса, кстати. Значит, вот смотрите, вот Богдану понравилась игра, называется «Медвежонок Фнафик». Вот, Security Breach, вот такая мне нравится игрушка, хочу, блин, очень поиграть в этого медведика. Но почему-то очень сильно большая стоимость, она кусается прям. То есть 3340 рублей для Богдана, это почти, блин, целый месяц экономит на школьных обедах и завтраках, и ужинах. То есть, ну, это, по сути, невыполняемая задача для меня в свои 13 лет, блин. Вот, блин, у меня нету денег, блин, а то у моего папы есть, но он отошел сейчас. Я, кстати, сын, того самого Сухача, который, знаете, Сухач? Долбоёб вот этот конченый, самарский дебил, который на мотоблоке ездит, блин. Я сын его, блин, господи, блин. Ну, отцов не выбирают, в принципе, я понимаю это прекрасно. Был бы у меня выбор, я бы отказался бы от Сухача. И, вот. Ну, не об этом вообще речь. Ну, вот. Очень хочу Фнафик поиграть, вот такого медведика. Новый медведь, он вышел 17 декабря, это то есть сегодня. По сути, я сегодня могу поиграть в нее уже. Ой, ну, я не могу в нее поиграть, потому что у меня нет 3340 рублей. Я бомж. Я Богдан, я бомж. Я очень хочу 5 ночей с медведиком провести. Уважаемые, я обращаюсь ко всем, значит, модераторам и всем зрителям. Подарите Богдану 3300 гривен на то, чтобы, так сказать, на ход богдановской ноги одной. Вот, пожалуйста. Сколько? 2000, да, 3000, да. 3000. Вот, я бы мог, конечно, попросить у папы своего, но я думаю, что он вряд ли мне даст денег. Папа! Папуля! Папулечка! Иди ко мне. Чё такое, сынок? Чё ты хочешь? Бестолочь. Папа, там новая игра про медведика вышла, Фнафик, 3300 рублей. Можешь мне, пожалуйста, закинуть? Я куплю себе. Чё? Да пошёл ты нахуй. Да пожалуйста, мне пожалуйста, 3000! Да мне пожалуйста, 3000! Да я Фнафика хочу!
иначе сейчас купим, ребята. Она сегодня только вышла, я в нее не играл. Ты что, депчик? Я... Не надо покупать, пожалуйста, это не надо. Я тебя прошу, дай мне 3000 на пиццечку. Иди нахуй. Ну скинь, пожалуйста, на пиццу мне на Тинькофф карточку. У меня Блэк карточка. Привет, старая чимичанга. Я. На тебе на фафика. Ой, спасибо. Богдан, блин. Спасибо, придат. Спасибо тебе большое. Все покупаю теперь точно, блин. Спасибо, предатор СПБ, Санкт-Петербург. Купи мне лучше кусочек пиццы. Хотя бы один, хотя бы половинку, хотя бы просто дай понюхать пиццу. Да иди нахуй. Ты пернул сейчас? Я? Да. Я не пердел. А, блин, это у меня какашка выползла из попки. Боже, она такая вкусная. Блин, я думаю, блин, так пахнет классно лучком и колбаской. Блин, это как будто ты ел хот-дог на заправке, да? Ну, ел, да, сегодня заезжал. Боже, как вкусно хот-дог на заправке запахнет, когда пукаешь. Боже.